Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать! Приехали на любимые поля чудес в Подмосковье. Погода так себе, видите, тучки какие вокруг нас бродят. Но это нам не мешает. Все поскашивали. Короче, здесь шла дорога. Крупная достаточно дорога вот через это поле. И шла она, вот за нами лесок, там развалинная церковь. Там, я так понимаю, уже не осталось. Сашке пуга-гирька была. А у меня, оп, чешуенька. Чему мы рады вполне. Ищем дальше. Так, Димыч расчехлился. Чешуенька. А, кстати, хер знает, убита. Ни хера, она не убитая до конца. Надо ее это очистить, помыть, конечно. Не факт, что она убита. Слушайте, прелесть. Сапутка, пуги-гирьки. У Сашки одна, у меня одна, но, к сожалению, со сломанными ушками. Любка там что-то колупается возле. Сейчас послушаем, подожди. Сейчас отключайся. Следующий сигнальчик. Ямок, тьма. Ну как и. Да это я даже не сомневаюсь. Но ямки это не показатель. Ямки показатель того, что здесь есть сигналы. Это что такое? Это фаллос средневековый какой-то, я не знаю. Как это? Дудочка металлическая такая. Ну да. Это флейта из железного века. Люба у нас там что-то там копается. Отстала от коллектива. Так, у Димыча вторая чешуйка. Блин, где фокус? Фокус, фокус. Сейчас нету фокуса. Есть фокус. Вот такая мулипуська. Била уверенно. Здесь тоже затертая. Ну и ничего, зато очень приятно. Надо тебе чешуйки, Саша, как бутылочку. Это пакет подруг. Ждет своего рубля. Итак, да. Итак, первый на сегодня имперский сигнал. Смотрим, эники-беники, трох тебе дох. Кто ты, блин? Не, вообще. Ну, прочитать-то мы, может, и прочитаем что-нибудь? Вряд ли. Совсем кружочек. Ну, там Павел, по-моему. Павла так не должно убить. Да как, нет, вон. П, вон, Винзель П. Видно. Павловский. Да, Павел. Угу. Так что в мыло, может, отойдет. Павлики они отходят. У них медь отлично. Ну, как раз лежит. Да, прикольно. Ладненько, зачетик. Ветер поднялся, но дождем пока не нахлестывает. Саня сигнальчик. Сейчас посмотрим. Сейчас, сейчас. Оп. Копеечку. О, 26-й год, да. Хорошенький какой. Пойдем обратно туда сходим, где чешуя была. Да. Так. Димыч, гиречка. Да, наверное. Да, да. Сюда. У меня ВРПшка подубитая. Других таких не было. И сюсечек. Такс. Маленько переехали, были вон за теми деревьями. Сейчас сюда чуть-чуть переехали. Любой сигнал, идем смотреть. А? Деньга? Как обычно. Ну вот. Деньга. Сохран, как всегда. Держи. Сейчас прикол был. Сань, да я ребятам рассказываю. С Саней стоим, смотрим туда.
Красота-то какая, да. Мы еще бы зарплату за это платили. Вообще бы жили бы здесь. Еще чуть-чуть ходим. Такой малюсенький лепесточек, но без ушка, к сожалению. Ну, находок немного, в общем-то, как обычно. Но чешуйки порадовали сегодня. Сигнальчик у меня 30-го года. Пятачок затертый, к сожалению. Ну да ладно. Итак, снимаем завершайку. Все, что на сегодня пришлось. Ну, время, кстати, еще двух даже нет, наверное, да, нам ехать нужно. К сожалению. Сегодня в зачет уходят чешуйки. Дедушки, это Димыч, он счастливый дедушка. Он просто с нами лазит. Ну и вот это, конечно, бомба. Была бы бомба, если бы он был целый. Он и так-то офигенный. Кусок бесогона. Просто шедевральный. Ну, а так больше ничего, в принципе, интересного. Ставьте лайки. Подписывайтесь, да. Помахай лапкой. Всем пока.